на плечах у нас зеленые погоны. Позади 200 километров и лишь одна поломка, но пробег завершен. Рашид Зиединов успел ко дню пограничника, хотя сначала и не думал, что к юбилею своих войск вообще решится на велопробег. Все же и возраст, и расстояние, и велосипед нужен особый. Пограничник в 70-х, в 90-х стал инвалидом. Я в интернете просмотрел многие вот конструкции, но там все не для инвалидов. Таких вот без ног, чтобы, да, там... Много разных моделей, но они мне не подошли. За разработку он взялся сам, вдохновлялся работами из сети и добавлял свое. Сложнее было с деталями. Под такой нестандарт не все найдешь в магазине. В металломе договаривался, я говорю, вы не выкидывайте, оставьте, я у вас выкуплю. И вот так, ну много, конечно, покупать пришлось, звездочки, цепи и все прочее. Работа над транспортом в перерывах между основной. Рашид Зиединов тренер в школе карате. И инвалидность никак не мешает, наоборот, только побуждает на новые победы. Очередной вызов – это велопробег. 2 года назад он решил проехать его один на один со своим велосипедом. Чтобы нагрузка на ногу была меньше, в этой модели ее на себя берут и руки, а точнее рука. Когда одна рулит, вторая крутит. Что раньше, когда здесь была только одна скорость, делать было сложнее, но в этой модели скоростей уже 7. Опытный образец уже прошел испытания и показал, что большие расстояния не помеха даже при инвалидности. Теперь мастер думает предложить ее конструкторам или медикам, как лучший транспорт для людей с его проблемой. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.